Ну что, ребята, нравится Дрэсс, привет, мы продолжаем. Продолжаем проходить игры Дрэсс, нравится Definitive Edition. Прошлая серия была очень интересная, мне не снил. Ссылочка в описании находится на плейлист с полным прохождением данной игры. И чуть ниже находится предыдущая серия, да, там в закрепе. В подсказках и плейлист. Если с компа смотришь, посмотри, там вверху справа в слайде знак такой есть. Вот. Саша, поудобнее, надо водить плейлистик, обязательно прям пить и тут кушать, прям чипить кофе пить или пить воды, при этом просмотр. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, мы с тобой, собственно, у этих игральных костей. Сразу сюда подъехал. Блин, она была здесь за броником, ну ладно. Просто серия была очень интересная, грубо говоря, не посмотри, там реально прям очень интересно было. Вот, посмотрим, что будет в этой. Блин, я думаю, сегодня уже в этой серии уже пройдем все. Быстро в Сент-Марке. Почувствуй тяжесть оружия, детка. Я чувствую тяжесть оружия. Эй, ты проводишь его в боевую готовность. Можно уже свалить отсюда нахрен, а? Ну, это извините тебя от антисоциального поведения. Карл, мальчик мой, мистер Леон, кажется, этот кусок дерьма был прав. Ты не сопротивлял этих? Ты Форелли поймет, что значит свалить Сальваторе Леоне. А не начать наехать на бистро в Сент-Марке? Работа Либерти Сити? Здорово, но мне понадобится подмога. Бери кого хочешь. Обычно пользуюсь услугами этих двух. Эй, помнишь, как мы вместе ходили на дело? Ты и я, Карл, помнишь? Ты знаешь, ты называл меня киллер, Кен? Кен, киллер? Киллер? Айс-кол, Кен. Это я. И он тоже, я думаю. Угу. Ладно, парни, а вам лучше быстрее смыться из Лан-Вентуруса. Я буду на связи. Ты же говорил, ты можешь быть, справишься без нас? Я что, справиться, шевелись, кретин? Угу. Прессия в аэропорт, ну давай. Шо ты, блядь, на! Прошу прощения, ну так. Ну так просто, чуть-чуть, знаешь, ну, опа, стоять. Ты в курсе, мне должен машину. Кого, камон, ёпта. Она бесшумная, блядь, электричка, что ли, блядь? А что с машиной, почему она бесшумная, блядь, это что, электроавтомобиль? Бля, опять на самолете, да ебаный. Ну ладно. Реально электрички, прикинь. У копыта. Ой, себе. Что это такое? Подкова. Ну давай, чё. Опять на самолете будем лететь. Понятно все. Так, берем сразу же, берем с тобой этот самый, да, геймпад и погнали. Причем я его вверх направляю, ребят. Да, как на всякий случай говорю. Поехали, нам ребята сити с тобой. Это где вообще? Да. Короче, куда-то прям туда опять. К воде, блядь. Классно. Да, ну типа окей, окей.
О, зимняя локация. Классно, классно, прикольно. Я этого, кстати, не помню, ну ладно. Не помню, что какой-то мод можно сделать было. Но не помню, что была такая локация, ну ладно. Что за тусовка только по приглашениям? Да что, мистер Леон считает иначе. Давай ты. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Hey, what was you saying? Погнали так же вот так вот. Сейчас смотри. Смотришь? Смотри, сейчас будем их выносить. На нахуй. Ты чё, блядь? Не, ладно, проще вот с этой хуйни бегать. Ох, блядь. Да, ты встал. Вот так вот. И обратно летим. С Либерти Сити летим теперь обратно. Нормально. Ну такая прикольно. У ГДП-то что-то подобное, да, было вроде? ГДП-то вроде что-то подобное было, да. This is flight CJ-101 out of Liberty City, requesting final approach to Los Venturas International. Over. Ой, не то. Так, о, опять это из меня появилось на желтом фоне. Давайте как доберусь туда, так включу, чтобы не затягивать хронометраж. Опа, подожди, кто позвонил? Hello? Алло? Hey, привет, call, мальчик. My boy. Иди нахуй, все, до свидания, блядь. Пока, блядь. Так, ну шо, let's go, бля. Давайте, когда еду, так включусь, чтобы не заряжать хронометраж, все-таки. Мы тоже подъезжаем к миссии. Блин, все-таки, мне кажется, это был баг с машины, потому что там было беззвучно, но как-то странно вообще. Баг на баге, да, баг на баге. Ну, сразу видно, хорошая игра, очень хорошая игра. Реально хорошая, прям реально хорошая. Да кто мне звонит опять? Hello? Hey, CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, check it. Them fools been shipped out of the Venturas. Salvatore think I'm cool. So what's on? I'll meet you back at the Dragons. Okay, cool. В драконах? Ты здесь, что ли? Ладно. Поехали. Кого, блядь? Что ты там говоришь? Непонятно. Так, ну да, пойди здесь, мы должны встретиться. Дом на холмах. Next. Thank you. Thank you. Thank you.
Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry. We're just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small but Perfectly Formed? Women want me. Men want to be like me. Assholes. Oh. Gotta be kidding me, right? Dang. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog. CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, but... yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Get things moving. Get out this midget game. But CJ. Ничего же, не спеши. What? I saved your life, man. Чувак. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? Alright, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? All right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Поехали, чё. Чё, точнее, в Лос-Антос нас? Кто опять звонит-то? Алло? Hey, what's up? Ебать, шо это? Вайнвуд. Прикольный кадр, да. Да, вот он, Лос-Антос. Возвращение? Возвращение в Лос-Антос. И шо где? А, во. Хуя там, блядь. You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, от первого лица, типа, прикольно. Возвращение в Лос-Антос, ну это прям радует, радует. Знаете почему? Потому что мы движемся к финалу, движемся к финалу.
Да, ну мы уже долетим, да? Нет. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, короче, почти. Почти. Надо ставить, надо ставить, надо ставить. Он в зиму устраивает. А чё они сидят просто так? Все, все, ребят, успокойтесь, Поехали. Если много больше, если мы будем дать гол, то надерем им задницу. Так можно мне вот эту? Куда? Вот, это самая наша девушка. А что она здесь сделала? Нам изменила, типа, блядь, или что? А чё она бегает просто так? Смотри, просто бегает и всё. Блядь, не того, да. Она похожа на нашу девушку, кстати, помните? В этой игре. Сейчас здесь будет смотреть. Да уйди ты!
В спортзал сейчас зачем зашли, блядь? Ну, это проходной, типа, этот. I'ma fuck with you. Поехали. Поехали. На розы будем ехать. Как нехуй, смотри, проверяй. You don't know who you're fucking with, do you? No. It's not. You're trying to fuck with my house? Shit! Respect my strong. Да уйди ты, блядь. Прошу прощения, это, ну, это же игра, все игра. Осуждаем такое, что осуждаем. I'ma fuck with you. А, по нему вообще не проходит, ну. Блять, серьезно, блять, или что нахуй? Охуенный реализм, если что. Классный реализм у нас. Поехали. Че, нужно просто следовать за ним и все? А, столкните его с дороги, хорошо. Потому что машина тоже загорелась. О, тебе это наш особняк, что? Классно. Поехали в нем сохранимся, что? Как наш, видишь, мы отбили его, теперь можно там сохраняться. Интересно. Папа, кто звонит? Айкен, как ну ничего? Кто там еще? Это Карл, Карл Джонсон. Эй, Карл, клёво! Парни, это Карл, отлично!
I got a need for account and a sound engineer. And I thought of you and Paul. Я даже подумал тебе, Поля. Позовите меня, то. Пол в чёт цифрах. Пол на улёт, охренеть. Yeah, yeah, whatever you say, man. Look, see you soon. Охренительно круто. Давай, давай, всё, пока, блядь. А, вон нам туда идти. Нам не сюда, нам наверх. Hey, what's up, man? You okay? 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 Whatever it takes. Что бы это ни стоило, мне как нибудь перестал здесь. Жизнь сейчас обрадовала. Ну иди, парень, как раз разумлю его, твои дельцы. Да, держись. Пошли, сохраним сначала. Поехали. Близится финал, близится финал. Let's go. Так, истребитель. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hamburg? That groupie loved it. That wasn't a groupie, that was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Hey, what happened? Hey, what sounds that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f***? Что за хрень? Это ты? Is that you? What's happening here? Listen, you gotta pull one last trigger, okay? Come in and sit the gate, girl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm hearing things. Fuck me. Нормально. Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Well, my name goes, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Macca? You having that? Интересно, что сейчас будет. Ты лежишь, не должен на Василию? Ты и так бы приперся. Ну да ладно, прямо сейчас не важно. Весело, все прыгай, залезай. Интересно. How long is this gonna take? Ну сколько займет? I got shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Да, что я могу сделать? Ты просто на время смотришь с этого корабля. Блять, самолет, блять! Хвен, успеешь вернуться к ужину с меня, это нормально. А что так темно-то? Классно. Не можешь мне помочь, пока мы внутри. Найс. Найс, спасибо. Какая-то подстава, знаешь, как будто. Как будто какая-то подстава.
Ну ладно. Но он сказал, что это, видишь, он сказал последняя услуга, последнее задание, значит, у него. Найди пункт управления, чтобы отключить ПВО. Хорошо, постараюсь не это. Поехали. Ну я не умею подставился, блять. Ну как, умею подставился, но нахуй оно надо, правильно? Правильно, когда можно не подставился. Что это сейчас было? Нормально, чел просто стоял, так по кайфу ему было и все. Бля, хпшки вообще нет почти, бля. Еще раз давай. Охуенно, ребята, пизда там.
Ладно, на клаве, хорошо. А, вот, не сработало, видишь? Все, он летит вниз. Torino, I never want to go through this again. I think I'm a Earl. Oh, what a big wine. You want some cheese with that wine? Hey, you are spectacular. You know what? I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Ну, не стробить всех, я полегче, так далее полегче. А, точно, что делаешь, могу.
как четко, да? Ну почти ладно. Гидра будет. Я думаю, тебе в этом ангаре будет стоять вот, да, собственно, вот эта тема. Истребитель. Интересно, интересно. Но на нем полегче летать, чем на обычном самолете, намного легче. Так, ну давай как доберусь до... Знаешь, куда поехали? Нам что-то недалеко особо, да? Поехали вот сюда. Давай, когда еду, так и включи, чтобы не затягивать хронометраж. Так, мы с вами уже подъезжаем к автосалону, куда мы должны выкупить, вот говоря, да? Давай выкупим. Купили недвижимость, все? А, вон, да. Сейчас вот здесь сохранимся быстренько. Так, что же здесь задание? Наведение. Read 'em and weep, cabron. So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? Wanna get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we playing cards, but we actually planning. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle. Oh, me. I don't know what he just said. Yes, it's on. Wait, what's on? То что начинаем? This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? Okay. Короче, нужно координаты взять. Все. Надо близко держаться, чтобы собрать координаты. Okay. Остыть. Заднее крыло. Только что толкнул же, ну. Боже. Награжаюсь. Да уж, да уж. А вот миссия. Что это такое, блядь? Не первый раз вижу тему. На мосту видел такую же тему. Что это такое вообще? Что это?
Типа это подсветка. От этого названия, как называется, что там, какое-то здание, не знаю. Он смотрит тоже, видишь? Ну ладно. Так. Теперь мы можем модифицировать свой автомобиль для лучшего гонок. Это мастерская в Ocean Flats. Хорошо. Машину туда выгоните, но чтобы наладить дела в гараже, находится в салоне тачки Ванга. Ну это как доп, окей. Давай, хорошо. Что-то еще? Тестовый заезд. Здорово, Карл, я нашел две машины из списка. Они с отцом на том конце города, погнали с ними. Да, сначала-то это... Okay, let's go get those wheels. Hey, did somebody tell you bikes was dangerous? I like this place, you know? Where? San Fierro, man. My home will always be the Barrios and El Corona. But this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family. She should get out together and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the mom of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. But some of the things he say, I don't know, man. It ain't all bullshit. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that one. О, я помню эту миссию. Помню, помню, помню. This is the place. They're in the second floor showroom. Second floor? Shit. Can I help you two, gentlemen? Yeah. Да, you ты можешь помочь, сможешь помогать кому-нибудь другому. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ. It's time to roll. Let's follow the leader. You better keep up. You a maniac, S.A.? Ну стало сделано, не произошло, честно. Что-то вроде НПС-ки, да? Нормально. А все, нет, у меня больше нитро есть, все. Ну, вот, я нажимаю, нет, ничего. Ну, сюда там сделан, да, нитро? Раньше, ну, просто вот синие такие полоски у тебя были, а здесь синий такого нет было, и все. Тут есть теперь. Okay, Caesar, that's enough fun. Let's get these cars back to the garage. Okay, CJ, hey, I know a quick route. Hello, guys. What back to Danny's your son? Get out of the fucking room! Нормально, 360 сделал. Чисто, чисто поуёбывался, знаешь, чисто повыпедрался, типа. Нормально. Uh-oh.
Я быстрее тебя, ага. Так. Понравится, сразу next, сразу next. Доставка без растаможки. А, нашел коллектор. Че, ты ведь только что принял эту прокладку? Я, наверное, прозевал, щит. Эй, Сиз, пришел, да, пацан? Это не мой пацан. Знаешь, мы живем почти нормальной жизнью, да? Наша разница между этим и Grove Street, так ведь? Я знаю, но не могу выкинуть все это из головы. Sweet smoke. I just can't let that go. I know. Да. Так что будем делать с красавчиком. Это дерьмово, нужно еще немного потерпеть, ладно? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl! I got a rap to you, Holmes. I know a guy, who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading cars, and one was a master of car, and the customer was wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out, see what we can see. Поехали. Хотя нормально в дождь, да, так? Ну, все хорошо в дождь покататься. С открытой крышей, блядь. Нормально, с открытой крышей катается в дождь, нормально. You know, the same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders, and I'm afraid of heights. Okay, I use the crane. You better be ready to crack the container. The ship, CJ. Okay, I'll go sort out the crane. Caesar, так. None of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Hey, Van Gogh. Прям на метку нужно, блядь. Не то, CJ. Моя проверяющая третья будет. Не вон тот, с левее, который, смотри, сейчас слева будет. Я уверен в этом, что с левее будет. Проверяющая, смотри. Смотришь? Ну там этот лежит, смотри. Этот самый лежит, да. Огнетушитель хотел сказать, да? Огнетушитель. Угу. Можно заново начать, да? Прощения. Сейчас так же смотри, с первого раза что такое смотри. Просто смотришь? С первого раза открою, смотри. Надеюсь. How are we gonna steal a car from container ship, Holmes? You know, the same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders, and I'm afraid of heights.
Okay, I use the crane. You better be ready to crack the container. Caesar, none of these... Да, ну это нам, видишь, это нам говорят. Поднять это первый будет. Все равно тот счастливее возьму, смотри. Не та, не та, да-да-да-да, мы это помним. Кто побежал то? Смотри, левее, сейчас левее, я тебя уверяю. Хотя мы сейчас могли поменяться, типа, правее сейчас, может быть. Да, правый, типа, но мы возьмем левый, все равно. Пам-пара-пара-парам, пам-пара-пара-парам. Так и знал. Ну понятно, блядь. Ну я так и знал. Но это, ну, не считается, реально не считается. В натуре не считается. Ну ладно. Допустим. Опа. Hey! What the fuck are you doing? CJ, I could do with some help. Поехали. Gotta be an easier way to earn a living than this. Пойду как хотел. Пиздец. But what else you qualified for? Yeah, I feel you. Ну что, за ним починим? Что это было вообще? Машину взял, просто споткнулся, нормально. Сейчас мы ее починим, секунду. Все, починено, починено, все. Еще пареные рыбы. Пареные. Чем поддерживает транспорт, что? Теперь доступны экскорт и импорт автомобилей. Экспорт и импорт. Список машин, требующих для экспорта, нужно, можно идти на доске, ага. Понятно.
Это как доп, я думаю, да? Да. Колотые раны. А ну-ка. Hey man, where you been? Hey, парень, где ты шлялся? Мы должны взять тачку из нашего списка покупок. Почему же баба гоняет как черт? Я считал веселый, но хотел, она нигде не останавливалась. Решил сломать ее здоровье, чтобы забрать машину, ты же знаешь, что полная тачка нам ни к чему. Успокойся, парень. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns up. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. Интересно, какую идею Сиджей придумал? Интересно. Три шипа только. Классно, спасибо. Ты иди отсюда, куда ты лезешь, ты видишь? Осуждаю, прошу прощения. Нет, вы можете уехать, пожалуйста. Спасибо, что подвелся. Опа. Здорово, Сиджей, я у тебя была с твоей психологической. Я ее подловил. Сейчас шину почини, буду буквально через минуту. Смотри с тем набором для левых проколов. Там еще та еще гадость. Хорошо, увидимся. Man, stuff disgust. Oh, shit. All over my clothes. Ты крас поменял? Понял. Да, но миссии такие довольно-таки легкие. Вот эти миссии легкие, такие челово больше. Да что, я, кстати, миссию даже не помню, самое интересное. Ну, я очень давно проходил эту машину, блядь. Давно проходил эту всю миссию. Ну, перевернись ты. Спочиним ее еще. Как я знаю, тут эти миссии, ну, если машина у тебя полностью целая, то тебе дают больше, там, то ли денег, то ли чего-то еще, тебе в плюс это выходит. Ну, поехали, починим ее. Что это такое сейчас было? Просто тормозил, она вот так влёг. Что? Вон, может, я нажал, так, знаете, ну, так нажал и начал тормозить. Ну, ладно. Может, мне показалось, ладно. Может, приснилось, показалось. Все, ура! Предприятие активно. Ага. Ну это я знаю, это до 8000, смотри, $8000. Но самый пока, самый прибыльный, это получается аэродром, да, у нас заброшенный. Теперь, знаете, что я сделал? Я бы сейчас сгонял с Лос-Сантос, нашел бы миниган, сохранился и закончил бы на этом серийку. Давайте так и сделаем. Так, знаете, я еще посмотрел где-то. Если вниз. Где-то вот здесь, да? Да.
нам с вами, короче, ехать вот сюда. Поехали. Давайте, ребята, когда еду туда. Так, включу, чтобы не затягивать хронометраж. Итак, мы уже подъезжаем с вами к миниганчику. Пока, по крайней мере, здесь пока, ну, здесь точка стоит, по крайней мере. Что миниган где-то здесь должен быть. Где-то в дом. Да, 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 да. О, здесь мы сколько оружия. Ебать, давай все возьмем. С тобой взял. Сколько у нас с тобой? А, блядь. А, скорее всего, он там появится. Сейчас должен появиться. По идее, сработает эта тема, конечно. Да. 500 всего лишь. Давай накопим быстренько. Как говорится. Да-да-да. Вот, еще сейчас возьмем. Вот так вот, ребята, вот так надо делать. Опа. Да еще так. Да, хотя бы 3000 того накопим, да, 3,5, где-то так, 1000 патронов в запасе накопим, на всякий случай. Для финала, ребят, для финала беру. Потому что в финале там забейте, что будет. Там забейте. Да. Вот так вот. Так что миниганчик нам в любом случае с вами пригодится в финале, в любом случае. Ну что, финал сам такой тяжкий, наверное. Хотя, если они здесь упростили здание, то он, наверное, будет таким довольно-таки легким, я думаю. Хер знает. Все, ластовый раз. Так что берите, ребята, на заметочку, здесь не только, вот здесь есть этот... огнемет, РПГшка, так какая-то еще тема, ну, так понимаю, самонаводящаяся тема. Вот, ракетница, наверное, самонаводящаяся. Ну вот, собственно, мы с тобой накопили. Оставляем это на финал. Спасибо за просмотр, такая серия была. В принципе, все очень интересно, очень классно. Тогда, кто-то снял, мне не сложно, мне привет. Спасибо заранее, кто это делал. Это огромная поддержка мне, реально это ценю. Для меня это очень ценно, спасибо заранее, кто это делает. В принципе, все, ребята, увидимся в следующих сериях. Давайте.